America. Half of you should know me, right? Other half a replica. Придурок, блять! Выходите из машины, нахуй! Нету, нахуй! Слева. Кошмар. Марка на выходе из подземки. Вот что рассказал пассажир Александр Афанасьев, с которым мы связались через несколько минут после инцидента. Они объявляют, что только движение идет до вокзала. Да и то, что приедет, что они будут там двигаться. Они говорят, что поезд будет проехать вот здесь. Очевидцы рассказывали, что так называемые бомбилы либо отказывались подвозить людей, либо сильно завышали цены. В социальных сетях... Вернулся, побежал. Нахерей. Машина будет валяться. Нет, там... Там что же, еще что ли машина? Там еще машина, она из-за нее все, блядь. Хуя. Да. Ее занесло, она бьет КамАЗ, нахуй. А сзади ехал автобус, и автобус плюсом еще в это бьется. Загорелся. Автобус загорелся? Автобус загорелся. Автобус, пойди, на газу он еще. Не знаю, не вряд. Мы сейчас на кладбище стояли, и этот автобус, кажется, пошел с людьми, нахуй.
Двухэтажный, да? Нет. Нет. Пазик. Пазик. Что ж не видишь? Пазик, что ли, блядь? И он тоже проехал, да? Бензовоз горит. Что пожарников долго нету. Там еще джипарь, по ходу дела, спереди стоит, да? Да, 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 вот с той стороны, вот где фурик как раз, вот где-то в том районе. Я еду, думаю, что такое дыни. Это пиздец. Все, здесь станет. Резко не можешь назад? Задом ходом. Стекло, наверное, пластик, ты видишь? Вот так. Вот бак взорвался, ты видишь? Это один бак взорвался? Не, это не бак, это колесо взорвался. Колесо, да. Глянь, вообще запищали, нахуй. Нам тут пиздец не настали. Не-не-не, ничего не было. Какой, как ёбнуть, а то и стекла повываливаются. Глаза выходят. Глянь, разжигает, как хорошо. Шланги рвутся. Вот ребята приехали. Да, ребят, вы, блядь, едете. Машину спасут, конечно. Глянь, ну как это, толстый чувак. Ух, сына, сына. Моя тачка, конечно. Ебать! Yeah.
меня жарко, я пизде. Ах ты, блин, нифига себе.